Разве можно быть долго знакомым с людьми? И хотелось бы, да невозможно. Все в людских отношениях тревожно. То подумай не так, то не так пойми. Я к чужому всегда подходил всей душой, откровенно, порывно, надежно. И кончалось всегда неизбежно это тем, что чужим оставался чужой. Если малый собрат мне утонченно льстит, затаенно его презираю. Но ни снось, ни группа вторая, наносящих по тупости много обид. И обижен-то я не на них, с них-то что и спросить, большей частью ничтожных. Я терзаюсь в сомнениях ложных. Разуверить в себе их не может никто. И останется каждый по-своему прав. Для меня безвозвратно потерян. Я людей не бегу, но уверен, что с людьми не встречаются, не потеряв.